В район устья реки Чуть, что под Ухтой, на несколько дней съехались туристы из разных уголков Коми. Именно здесь, в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», прошли региональные соревнования по спортивному туризму. Как бывалые туристы бросили вызов непокладистому течению Северной реки, расскажет Роман Кирпа. Я пришел! Класс! 13-е! Хорошо! Где они? Правый работает! Правый! На 4 дня к месту, где речка Чуть впадает в Ухту, съехались туристы из Сыктывкара, Печоры, Инты и, конечно же, Ухты, чтобы показать себя на чемпионате и первенстве Республики Коми по спортивному туризму. Кубки памяти Геннадия Саровяткина. У нас огромное количество красивых гор, рек и всего прочего, и поэтому в нашей стране имеет место именно спортивный туризм. Такого вида спорта ни в одной другой стране нет. По программе соревнований на водных дистанциях слалом гребцы боролись с течением таежной реки в парах, на байдарках, каяках и катамаранах. Ну, каждый год участвуем, каждый год на этой поляне. И вроде, ну, было на Тобисе еще, но в основном на Чуть. Вот. Темп воды тем более очень хороший. И темп воды, да, большой. Ну, вода большая, скорость большая. Вода холодненькая, прохладненькая, освежает, эмоции бодрые, как бы все на энергии происходит. Гости и участники соревнований также могли спуститься на реку на катамаранах вчетвером. В таком случае гребцам нужно было работать слаженнее, чтобы успешно пройти водный слалом. Получаешь какой-то адреналин, потому что течение тебя сносит, ты пытаешься выгрести. Бывает еще иногда усталость, потому что все-таки ты гребешь против течения, и тебя сносит волнами, и мышцы забиваются. Ну, вот у нас сейчас случился такой немного экстренный случай. У нас сносило течение, мы пытались вылезть на берег, и у нас два участника, вот Мария и еще один. Они вылезли на воду и отталкивали нас к берегу. Еще у нас улетело весло. Соревнования по спортивному туризму, проходившие под Ухтой, не только приобщают детей, подростков и взрослых к здоровому образу жизни. Подобные состязания помогают каждому понять, как прекрасны места, в которых мы живем. Самый главный фактор – это же идет приобщение к природе. То есть спортивный туризм – это форма, но это мы своими ногами все проходим. Человек должен прочувствовать, пока он это все не поймет, не осознает, он не сформируется как личность. Знаменательно, что соревнования по спортивному туризму в Коми привлекают сотни людей. И спортсмены, и зрители готовы запросто отрешиться от комфорта современной жизни. Но взамен этому они получают нечто большее. Невероятные, незабываемые эмоции, каких отыскать больше не получится нигде. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухта.